Арбуз не только вкусный, но и полезный для здоровья. Большинство из нас предпочитает именно в конце лета порадовать себя этой немаленькой ягодой. Зачастую покупка бахчевых арбузов и дынь – это приобретение лотерейного билета, повезет или не повезет. Незрелые или, наоборот, переспелые, выращенные с использованием химии – все это может обернуться для здоровья покупателей неприятными последствиями. От банального расстройства желудка до сильного отравления. В первую очередь следует обратить внимание на саму торговую точку. Она должна отвечать всем требуемым стандартам. Помните, что продажа бахчевых вдоль трасс и магистралей незаконна. Мы решили узнать, умеют ли жители Одинцовского района выбирать арбузы. Во-первых, чтобы он был такой блестящий, чистый, без вмятин. Ну что еще может быть? Ну, я считаю, что нормальные хорошие арбузы были во времена Советского Союза, а сейчас все это китайские подколки. Я люблю арбузы, и мне кажется, что спелый арбуз должен выглядеть сладким. На хвостик на арбузе. Если он сухой, значит уже созрел арбузик. А еще на что? Чтобы трещал, когда его жмете. По внешней форме, я думаю, нужно выбирать. То есть одна сторона должна, которая лежать на земле. То есть какая-то желтая она должна быть. Можно еще похлопать по нем. Опять же, общепринятый способ. И сам хвостик, который должен быть сухим. Уже раз поели, поэтому теперь... Здесь мы их не берем, только там, где они произрастают. Если вы решили купить арбуз, то стоит обратить внимание на его корку. Она должна быть твердой, контрастной и блестящей, хвостик сухим. Допустимо желтое пятно на боку. Звук при похлопывании арбуза должен быть звонким. Что касается дынь, у спелых свежий аромат и упругая кожура. А звук при постукивании, в отличие от арбуза, должен быть глухим. Арбуз – мочегонное средство. Он отлично выводит шлаки и токсины. Дыня повышает настроение и нормализует сон. Она богата антиоксидантами. Лучшее время для покупки этих бахчевых в нашей полосе – конец августа-сентябрь. Приятного аппетита! Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».